Кстои подвели итоги юбилейного турнира «Кубок надежды». Он проводился уже в 35-й раз. В Нижегородскую область приехали шахматисты из 11 регионов, плюс Израиль, США и, конечно, хозяева турнира. Спортсмены оспаривали первенство в 7 номинациях. Фестиваль у нас был очень насыщенный. То есть были все виды шахмат, быстрые шахматы, блиц, турнир, естественно, по классическим шахматам. И также, как вот на десерт, шахматы Фишера, которые еще пройдут завтра уже, да, после, буквально после закрытия вот сегодня. Да. И начали, мы вообще стартовали, тоже это необычно, со шведских шахмат. Это очень увлекательное, интересное зрелище. В итоге нижегородцы завоевали 14 медалей, 3 из них золотые. Плюс отдельно была отмечена Владислава Цветкова, которая еще перед Кстовским выиграла 3 этапа Кубка России. На данный момент она явный претендент на попадание в сборную России. Кстати, в Кстове Владислава соревновалась с мальчиками и в итоге там стала третьей. Хорошо играют люди, там по-разному, там разные стили игры. Сложно было, всякие ловушки ставили, просто маневрировали хорошо. Сложно, девочки были сильные, но я всех победила и заняла первое место. Для сравнения, вторыми стали шахматисты из Мариэл. Они завоевали всего 3 медали, одна из них золотая. Теперь лучшие из нижегородцев готовятся в составе сборной России к первенству Европы в Хорватии и первенству мира в Греции. Сразу скажем, что в юношеской сборной наши шахматисты находятся на лидирующих позициях. Александр Быков, Иван Масов, «Объективно спорт», ННТВ.